Доброе утро. Я так как болели, и папы не было, да, мы болеем, сидим же дома, прививку надо сделать. В школе не сделала, потому что мы ездили, говорю, на больничный. Вот сейчас папа наш приедет, и я собралась, поеду. По 9 число, ну, днем раньше, днем позже, съезжу, сделаю прививку. Ну что, я вышла. С 10 вроде бы до них не дозвониться, с 10 до 2 делать прививки. Мне надо было 7 делать. Сейчас повторюсь, что мы как бы в больницу поехали. Мне сказали, чтобы как бы, ну, я думала, чтобы, говорит, не ездила, говорит, я здесь тебе сделаю. Но я в больницу поехала с Артемом. А сейчас просить сделать им не здесь, но я на больничном, мне неудобно. Поеду днем раньше, днем позже, даже там, мало ли, как выходные бывают. Вот, она говорила, если будут выходные, там, если 8-9 сделать, ничего страшного. Так что надеюсь, что сделаю прививку и не буду 5-й раз прививаться заново. А то я одну прививку не доделаешь, и заново постоянно прививаешься. Вот. Надеюсь, что все получится. На улице вот так. Здесь пасмурно, там солнышко. Морозно. Где-то минус 4 чувствуется такой морозец. Рука начинает мерзнуть. Влажность сильная. Солнышко. Ветерочек. С морозцем и ветерочком немножечко вот прохладненько. Не было бы ветра, было бы нормально. Просто солнце и мороз. Ну так сухо. Хорошо. Осадков не наблюдается пока сегодня. Так что такие дела. Иду на автобус. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Сделают мне прививку. 13-го нас выпишут и 14-го. Мне еще 13-го с Тёмой надо съездить, да, а потом Лиля посидит с ним и ей продлить справку о домашнем обучении. Домашнем обучении справочку сделать, потому что у нас до 17-го. А 14-го мы в садик во вторник и в День влюблённых, да? 14 февраля и в это, в школу на работу. Школа, там садик, да? Вот. А 16-го мне еще на сам минимум отпроситься надо будет. Вот такие дела. Я уже дома. Делали мне прививку. Я сейчас ходила в магазин, купила там курчики, перловочки. Сделала сейчас перловый суп. Все хорошо, погода хорошая. Пойдем с Тёмой погуляем, зайдем в школу. Я отдам свою медкнижку, что мне сделали прививку. И спрошу, что со минимум-то. Дело в том, что я 800 рублей за него заплачу, а вдруг не пройду. Я запишу, как бы, ну, послушаю, запишу. Начну отвечать, вдруг не пройду, 800 рублей выкину. Мне не поставят, что я как бы, ну... Поставят, что я не прошла за минимум. И что, я приду сюда и меня уволят или что? Просто так 800 рублей, не пойму. Надо сходить отдать книжку, что я сделала прививку, и спросить, что за минимум-то. 16 числа мне то, что ехать, надо сказать. И как это будет выглядеть, если я не пройду? Меня уволят или нет, или оставят? Если оставят, то зачем туда проходить, не пойму. Вот. А сейчас буду варить супчик. Пойдем потом с Тёмой гулять и зайдем в школу. Вот такой супчик у меня получился. Уже налила. Ливочки себе чуть-чуть. Я тут куриные шкурки положила, жарок с бедрышек. И так мяско. Вот. Мне шкурки как бы не любят, а я они жирненькие. Суп для навара хорошо. Вот такой супчик вкусный. С курочками, с мяском. Вот. Сейчас сделаю чучелек. Взяла кофе. А сахара не пью, и думаю, как, зачем я его взяла? Не знаю, зачем я взяла. Лиля иногда любит, редко там, раз в неделю пьет. Вот она его выпьет, или папа наш выпьет, я же сахар не пью. Вот, что, чайник сейчас закипит, и супчика стоит, Лилечка покушает. Ну что, надо пойти, пока не темно. 2 часа еще, ну сейчас 3 часа, до 5, 2 часа еще погулять на улице. Я говорю, хорошо, светло. Ну, ветерочек, да, морозно, ну сухо, погулять-то можно и нужно. Вот, мы только в понедельник же, во вторник мы гуляли, а сегодня четверг. То есть, среда, мы вчера дома сидели,
надо погулять. Вот. Всем хорошего утра, дня, вечера, у кого что. Улыбок, позитива. Мира. Мира и добра. Потому что с тем землетрясением в Турции и еще где-то там в Сирии, да, очень много людей погибло, конечно. С этими катаклизмами, да, плохо на душе. Ну, мы ничего не можем сделать, мы можем только помочь, что-то переслать, не больше. Надо жить дальше, чтобы не случалось. Так что всем мира, добра, помощи, сил на выживание. Ну и, конечно, как бы не было, говорю, все равно. Трудно, не трудно, выживаем, улыбаемся. Не знаю, что еще сказать. Всем до новых встреч. Удачи, здоровья, сил, счастья.